Всем привет! В этом видео я хотела бы вам показать быстренький свой аутфит на работу. Я сейчас убегаю, поэтому решила с вами поделиться, показать, как я буду сегодня выглядеть. Итак, у нас сегодня достаточно прохладно, поэтому я одела свою новую такую вот болерошку или пиджачок, не знаю, как это назвать. Он идет с такими вот заклепочками. Идет на вот таких вот маленьких петелечках, то есть его можно расстегнуть и можно застегнуть на 3 петелечки. Вот так вот он застегивается. И достаточно такой интересный, мне кажется, пиджачок. Волосы я убрала вот такую вот, как мальвинка называется. Заплела 2 косички с двух сторон и соединила их вот таким вот цветочком. Дальше на мне идет такая вот легенькая футболочка. Такая вот, если будет жарко, то всегда можно снять пиджак. И здесь такие вот рукава идут. Но мне нравится сочетание этой футболочки именно с этим пиджачком. И дальше на мне вот такие вот лосины, обычные плотные лосины, которые идут вот здесь с молнией. Они такие вот достаточно облегающие. И мне нравится, как они на мне сидят. И на ногах у меня, сейчас покажу. На ногах у меня будут босоножки, подходящие, мне кажется, по цвету, на платформочке такой. Вот, все вот так вот выглядит, и сумка у меня будет черная. Вот такой вот аутфит, на лице у меня ничего особенного, я просто затемнила немножко складку, нанесла тональный крем, оформила брови и накрасила ресницы. Вот. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, комментируйте. Всем пока!